Пока я отгонял вагон к Авроре, торговый караван прибыл в порт. Спартанцы уже там. Теперь нужно встретиться с Аней в порту и обсудить план захвата баржи. Всем доброго времени суток, ребята. Мы проходим опять же этот метро. Нам надо его пройти, но мы его только начали. Значит, мы его не можем пройти быстро. А, начинаем. Так, какого хуя? Ага, я. Всем я. Да, давно не проходили. Это, наверное, уже дня два. Да, дня два метро. Так, ты суккуб, блядь. Все, начинаем проходить. Я думаю, у нас хватает патронов. Давайте уйдем быстрее, пока нам не начали это самое втирать какую-то дичь. А, вот херушки. Херушки. Кстати, пришел отдохнуть. Не-не-не-не-не-не-не, все, не говори, не говори со мной, не надо, не надо, все, не надо, ничего. Так, сделаем вот эту штуку. Чего-то я из-за тебя распереживался. Нихера себе. Я это могу взять, я думал, это надо крафтить. Ну, в общем, все переживали. Так, подкачивайте, понимаете, так, руки удерживай R. Ага, и нажимаем. Артем, смотри. Так. Ой, блядь! Нахуй советы даете в поезде, блядь, такие, что я могу стрелять. Верстак к твоим услугам. Так, верстак к моим услугам. Так, ага. Я думаю, связь есть, она не может не быть, потому что она есть. Так, нам надо патроны. Без патронов как бы... Такс. Я проебал одно условие, как какой там боезапас. Нихуя себе струя. А чё так мало? Да, ебняк. А, кстати, ребята, я, ребята, подписчики, охуенные подписчики, а, блядь. Кто не подписан, они тоже крутые. Ну, вот именно кто у меня она высвечится вот в цифрах подписчиков, это самые лучшие. У них все будет заебись. И по-любому, ну, по-другому никак не может быть. Так что не ленитесь, подпишите. Да даже колокольчик поставьте, если вам не сложно. Это же, блядь, вообще такая вот хуйня. Просто пум, колокольчик там сделать какой-то цвет. Там, я не знаю, как там блоги говорят. Синий, серый, да похуй. Так, с... А я поменял или взял нахуй на что-то, блядь, оружие там? Кусим. А, вот, да, что я забыл сказать. Параллельно с этой серией метро я сейчас начал записывать NextRP. Это значит, если это видео выходит, значит, следом за ним выйдет NextRP, а потом выйдет, наверное, Far Cry. Такс, это есть. Это есть. Это есть. Блять. Наверное, немало, хуйся. Такс, да, значит, не забудьте посмотреть NextRP. Да, честно говоря, первая серия, ну она... Что, так... брат, молчи. Первая серия, она такая себе, потому что я там разбирался с кнопками, с хуёбками, нахуй. Ну, фишка в чем, там можно... Артём, мы на позициях. Блять. Всегда баба устревает в разговор. Все отлично. И в NextRP там можно, блядь, чисто потроллить, поприкалываться с этими персонажами, такими как я, нахуй. Ну, я это не они, они это не я, нахуй. Хуй с них взять. Эх, такс. А какого хуя вы так быстро то съебли? Так и... По-любому сейчас будем нарываться на стражи, значит, что надо сделать? О, взять дробовик, да. Ай, еблан, почему я не сделал для дробовика патроны? Хусим, я думаю, проберемся. Я думаю, проберемся. У меня в ушах слышно сердце. Значит, пора бы, блядь, зожом заняться нахуй. В принципе, так, вон, вижу, уже один педрила идет. Кстати, интересно, можно на ютубе педрила говорить? Ладно, если нельзя, то я это, в принципе... Давай, иди сюда, кусок говна! Разозлись, пидорас шерстяной. На, нахуй. Всего лишь с одного ствола. Или я дуплетом дал. На, нахуй. На, нахуй. Все. Кому один, кому два. Кстати, я сейчас жалею, что не закрафтила патрон для дробовика. Опять сердце. Сука, опять случится. Что он такой чахлый? Вот, а сюда Вера, Анна пизданула. Сюда, да? А, все, заросло. Видимо, и сюда. Я уже забыл, в принципе, сюжет.
Это, в принципе, целых, наверное, 3-4 дня. Ну, конечно, здесь все забудешь. Столько долго нельзя... Артём, вижу тебя. Поднимайся ко мне. Да, столько долго нельзя в мозгу ничего держать, ну, неважного. Это игры, всякая вот, вся херня. Блять! Сейчас кто-то выбежит. А у меня сердце стучит, я не могу бежать. Блять, стража летует. Это так, быстрее с абразуры ебашь по ним. А, все, бомжи отстали. Аннушка, вы где? Бля, отсюда не вы... Я помню, в первой серии выпрыгнул отсюда. Сука, хуй отсюда. Так, я ошибся. Я ошибся, сейчас тогда я не знал. Бля, куда идти хотя бы, блядь? Метки давали. А, все, иду правильно, ладно. Здесь по-любому, в принципе, это линейная игра. Ну, почти, это РПГ, почти линейная. Где ты, блядь? Блять, я ку... Слушай, вообще шикарно. Вот насколько я не знаю карту, настолько, сколько я знаю карту в другой игре, это пиздец. Это просто противоположности разные. Слышно меня, не? Я, блядь, случайно не зря этот выстрел сделал. А, она здесь сидит, все. Все понятно. Сейчас все будет. Интересно, эти стражи лазят по лестнице или они просто запрыгивают через там 10-метровую высоту или как? Хм, блять, это не монстры это научились там разговаривать? Как Анна или как я там? Привет. Пропажа ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Все, заебись с тобой? Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охраны человек 15. Блять, перебивать мужчину с женщиной. Четыре брата на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Блять, опять не то нажал. Князь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артём, мы готовы. Только давай не так, как в церкви, ладно? Давай, да, все, пошли. Чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Блядь, че, вот это князь дело говорит, пизду эту, блядь, бабу. Командир ему и решает. Эти люди нам зла не делали. Ну, они будут Артём отстреливаться, значит, они будут прямому зло делать. Все, будет все, все. Проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснет. Тут в кабине можно отдохнуть пока. Нихуя! А, не наебешь. Так, а что нам вообще? Куда надо идти? А, вот сюда. Бля, ждать ночью, блядь. Надо все сделать сразу и все. Так, на что присесть? Ага, все, нашел. Нет. Начнем с бинокля. Блять, почему здесь бинокль не как в Far Cry? Так, один есть, он опасен. Второй есть, он опасен. О! А, бля, говорят, зла держали, бля, быстрее съебали, ёбы, съебали. Пизду, ночью ждать. Утро, ночь, мудренее. Но.
Не надо делать по-бабски ночью, блядь. Днем всех убили. Готов. Слушай, а что я не попадаю? А, мне уже не надо. Зачем я ебашу с чего? Слушайте, блядь. Все, сейчас пиздец всем будет. Сейчас все сделаем. Вон. Блять, это прекрасное оружие, он радует мой глаз. Да, коллиматор такой ни о чем, кстати, но... А-ха-ха, нет, я перепутал его с какой-то, блядь, ветушью. Да ёпать, что я тебе с дротиком стреляю, блядь? Как будто с дротиком, это пиздец, нахуй, это неуважение к оружию. Что? Вон? Ладно, пизду, спустимся, нахуй, некогда это делать, все. И с дробовиком. Только с дробовиком. Ой, блядь, я чувствовал, как это, мениски, блядь, у меня прогнулись. Сейчас, надо всего лишь только подождать. Только подождать и потерпеть, как в России, да? Подождать и потерпеть, и будет все заебись. Ну, здесь и лучше становится. А, вы людей не теряете, вы, блядь, людей стираете. Прекрасно. Прекрасно. Это отличный выстрел. Этот выстрел не может не радовать. Так, а я правильно? Блядь. Везучая скотина. Я видел, как у него мозги разлетелись. Мне стало страшно, я хочу покинуть. Куда вы? Хижина! Противник там! А как меня заметили? Я все лишь только трупы делаю. Ладно. Если лестница есть... Противник! Вот! Там, блядь. Да нет, тебя убили, он наш... Блядь. Они ошибаются, просто пиздец. Ну-ка. Ахую-ка. Будут выползать? Блять, выползок, давай. Хуишки. Хуишки, хуя, мы идем за ним. А это что было? Нет. Так, предлагаю взять опять это прекрасное кошерное оружие. Это что такое? О, слушай, мы здесь поживимся, кстати. А, хуй. А, это пройти надо. Давай, блядь. Быстрее жмешь на кнопку, быстрее идешь. Все, я вижу. Что? Ладно, то мы тоже дадим дроби. Баржи зачищены. Осталось захватить руку. Так, что тебе сделать? Я думаю... Блядь! Все караванчики нейтрализованы. Ёбаная механическая клавиатура. Чуть палец положишь, все, пиздец. Ну, в принципе, я хотел его за это... разделать под орех. Свинка. Блядь, тебя можно выпустить, блядь, бегать. Ну, тебя эти звери сожрут. Каждому по медали надо, или даже две. О, ты кто? А, ты наш. Не хватит как быстро здесь? Осталось захватить рубку буксира. Так, нам надо рубку буксира. Где она? Ух ты, она где-то там. Чувак, пойдем со мной. Он не идет со мной. А, свинка, блядь. Свинка Пеппа. И... Бля, я там прошел, я должен там трупы оставить. Да, я их оставил. Пиздец, какая жара. Кстати, да, сейчас жарко, это ёбнуться как. Как помните, это проходили, когда третий Far Cry, пираты жаловались на жару, когда
Заебала эта жара, нахуй, дальше. Нахуй эту жару. Бля, пираты знают, как от жары избавляться, но, походу, им это не помогло. Избавился я от этих пиратов. Погнали. Секунду. А, нет, не секунду. Вот здесь, да. Блядь! Нельзя такую пиздатую пушку менять на калаш. Бля, будет засада. 100%, нет. 50. 50 на 50. А, нет. Не убивайте, не убивайте, я могу заплатить. Так. Или товар, товар, товар возьмите. Спокойно, свои. А что у него зеленый лазарь? Лазарь, что зеленый у него, нахуй? Э, успокоился. Я здесь рулю. Как брат 2, нахуй, блять, да не с тобой ничего не стучится, нахуй. А ты кто? Я режиссер. Я как-то не особо этих режиссеров, да? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удача нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под кили. Я думаю, чтобы по удаче пригодилось, надо брать. Ура! Вот эту штуку. Давай, трюмовые крысы, быстрее съебали нахер с этого трюма. А, мы его тянем, все. Бля. Пиздец, калашу. А чё? Бля, я думал, мы тянем этот парусник. Что, такая быстрая серия? Да не может быть, я хотел здесь экшена, хотел... А нет, не заканчиваем. Артём, князь, мы того. Приближаемся. Вот там, видишь, на верхотуре самый костёр. Ну? Да-да, вижу, что дальше. Там кабина управления была. А теперь молельня. Ага. Поближе к Богу, понимаешь? Ну, выше, да, выше, ближе, да. Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Да можешь охрану перестрелять, хули здесь, патроны есть. Блять, думал это корабль охраны. Так, на секунду. Я думаю, диалог будет здесь чуть дольше, чем я съебу с места. Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Мы его излученный корягу поймали, весь борт развратил. Приход на место. Артём, князь, Аврора скрытно выдвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Явились ведь, как отец Филантий говорил. Кто явился? Блять, этот наушник по микрофону не ударил, никто бы не узнал, что я это самое дезертировал на секундочку. Так, не так. Тем более не так. Вот так. Так, что делаем? Мы что-то должны уничтожить. Охуеть. Сюда идти? А сюда идти некуда. Блять! Это пиздец. Шасом съест. Быстрая загрузка. Не всегда, запомните, не все. Так, оружие с глушителем стреляет гораздо тише. Обычно, ну, шум все же издает. Хорошо, хорошо, ладно, хусим, хорошо. Но иногда надо под ноги смотреть. Прямой путь не всегда ближе. Только, а может еще раз попробуй, зелень? Где оно? Вот он. Надо присесть. Ой, блядь, это эти больные сектанты. Ну, рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Упс. Или не упс? В общем, еретик прямо на проповедь к отцу Силантию явился. Блядь, а... Во что не верят эти пудели, блядь? А еретик ведь там всех и положил. Даже кто о пощаде просил, убивал. Так, ну слушай, ну... Езду. Еретик, хуик. Короче, кто не согласен с вашей верой, он еретик, нахуй. Пизду, такие они сектанты. На тебе гранату, собака. Ну.
костра, еретик! Ой, блядь, ни хера себе, вот это я принял. Бля, принял на всю грусть, это пиздец. Перевязаться не надо. Ты что? Ты что, живой или как? Все. Еретик, блядь! Блядь, меня подвали. На что жать? А, хуй себе, нажму на перезарядку. Да, блядь, сектанты это... Опасные колдыри, это пиздец. Оружие меняем на дробаш. Бля, главное только вот глаголить, блять, вот. Главное глаголить, а в голове сейчас у нее пусто стало. Так. Когда мы сидим, мы крадемся тише. Если... Проклятый безбожник прячется где-то здесь. Не дадим же ему скрыться. Вы слышите, что он говорит? Блять! Ну вы даете, чуваки-сектанты. Ну, кстати, естественно, отбор никто не отменял, нахуй, да? Блять! Нет. Да. А это что за гриб? Ха! Похлебка, блять. Постная каша. Блять, здесь... Так, это сейчас не прыгнул. У меня комар доебался просто. Оп! Где? Кто где? Где? Так, фонарь. Ну слушай, блядь, пока ты проповедуешь, нахуй, походу, блядь, ваши ряды, они, блядь, сужаются и все меньше становятся. Блядь, не... Слушай! Ха! Нет, думал. Думал опять на начало зашел. Успокойся, блядь! Убили нашего, Каис! Да, блять, вы еще завербуете, что вы, блядь, так переживаете, они реально. Нихера себе. Они реально думают, что вот, заботятся друг о друге. На самом деле им похуй вообще. Вон будка. Там что-то такое непонятное. Непонятное где? Бляха, вот это плохо, они сейчас меня видят, а сейчас нет. Еретика. Они. Успокойся! Ты псил бы оставил бы, чтобы, блядь, вылечиться, а он в итоге взял, блядь. Во имя кого-то отдал свою жизнь. Во имя кого, я хуй его знает. А, не надо опускаться? А, сектанты опустились. Куда я опускаюсь? А, мне туда не надо. Мне наоборот надо выше. Так, где патроны? Надо патроны, ребята. Заглушим этот свет. Угу. Чуть ближе, чем дальше надо идти. А, вот, все, вижу. И что? Бля, или лыжи нет, или я что-то там хуй знает. А, может лифт? Подожди. Вот, заходим в лифт. Так, а я зашел не в лифт, я походу на крышу лифта зашел. Хуиная хуйня какая-то, блядь, только сколько можно бегать? Жопа еще в костер сесть. Так, облутаем. Лут, то есть лут надо всегда. Такс. А, перепутал кнопочки. Хуешки. А нам надо туда? Естественно, блять, куда? А может... Что? Потушим. Хорошо, хуйсим. Слушай, ну я сейчас вообще в это смущение, что делать дальше. Так, я туда пришел, туда зашел. Погасил. И дальше пошел. Взял... Патроны.
Блять, придется вырезать, а может... залазь! Ну, сука, прыгай! А, секунду. Вероятно, что-то нам придется делать поверху. Скотина, блядь. Точно, я не был здесь. Вероятно, эта дорога ведет туда, куда нам надо. Бля, это не я, ребят, это не я, это был... Ах, сука, блядь! Пошел туда, где я был. Не, хуйня, сохранятина получается. Могу зайти? Бля, почему не могу зайти? Там есть дверь. Понятно. Ну, я понял то, что особо я нихуя ничего не понял. Что? А теперь пускай горит, ладно, хусим. Отлично. Подожди, то показал, что замок разорванный, что? Ой, суки, и здесь наебут. И здесь наебут, наебут везде. Поскольку я сейчас буду бегать, я не знаю. Но я знаю то, что надо, блядь, будет вырезать, хуять всю эту хуйню. А на самом деле здесь как-то все просто указано, что надо делать. Вот рыба, хуиба. А, нет, на уровень ниже надо спускаться. Нет, не надо, не надо. Я не знаю, что делать. Вот, допустим, F5 нажму сейчас. Все, я... А, ебать, копать. Ха, я думал, через тряпку пройду, блять. Где же это непосильный труд? Так, ниже. Опять что-то стул там трещит, пердит. Или что он еще делает? Блянь, удочка, невская катушка. А, ебать, еще со... А это кто? Блять, ну это не селедка, не карп. Допустим, хоть это взяли. Так. И что дальше? Есть там кто? Нет там кто? Или есть? Мне кажется, это какая-то херня просто. Просто херь. Блять, я сейчас не в стоп-стоп впаду. Это что делать? Что делать, блять? На крышу, блять. Ну, пусть. Давай на крышу. На крышу, сука, на крышу, блять. Отказывайся. Вот, залез. Пули здесь делать. Таранка висит. Ну-ка. Не, ее есть нельзя. Если пуля не берет, то... Ну, если таранка... таранку не берет пули, вообще еду, ее лучше, блядь, не трогать. Так. Я не могу сделать ничего. Могу потушить костер. Причем это получится очень хорошо. Могу найти дверь. Она в нее не заходит. Это что было? Блять! Ты кто такой? Нихуя себе у нее череп, он это и на прошеление с нахуй.
Да. Да хорошо или да плохо, я не... А, здесь зажгу. Вообще, по идее, должен был зайти сюда. Зашел. О! Ёбаный дебил! Артём, я почти на месте. Звали ебало, ты не писал, что надо нажать нахуй на кнопку улицы. Лифтера нету, блядь. Вот. Вот это Васина логово зашел. Блять, они меня через тряпку пробивают. Пизда мне, мне пизда. Ой. Мне пизда, да, я сказал, мне пизда. У меня нету, нету вообще нихуя ничего, нахуй. Все, я знаю, что... Ой, бля, я знаю, что там будет осиное гнездо, значит, мне надо что? Дробовик. Дробовик и быстрая загрузка, раз. А что еще? Так, полностью зажженный фонарь светит ярче, впустим. Значит, ты и палишься больше. Откуда я начну? Из жопы пекла или откуда? А граната у меня есть? И только обитель наш уцелела, и посуд наш и приют верные боги. Ёбу, блядь! Вот. Блять, опять меня убили, а как же сделать дальше, чтоб я был жив и разъебал этих всех. Так, лучше это отлично, гасит такс, хорошо, хуй с ним, в принципе, да. Удержим Е. Так, смотрим, здесь, патронов. Ебать, там проповеди втирает. Все, понял. Ебашим. 1-2, 1-2. Ну-ка, ну сюда. Блять, нет. Колесико назад. А, нет, колесико вперед. Подожди, сейчас разбираемся. Я слышу, как они бред пиздят, блядь, пиздец. Так. А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Тоже ли крики? Сука, напряжно. Ну слушай, уже в принципе неплохо справились. Так, 1-2, 1-2. Ха-ха-ха, сука! Лежи, гандон. Ой, а можно говорить гандон на ютубе? Пиздец! А теперь не пиздец. Так, мы стоим за столбом, нахуй нам все заебись, нам все неплохо, у нас есть оружие. Ха-ха, двоих? Нихуя не пойму. Бля, я чуть, подожди, я чуть притих, здесь надо это скилуху. Блядь!
Здесь надо скилл свой проявить. Оп-оп-оп-оп-оп. Нет-нет-нет. Все. Один осветил. Нет. Осветил. Так, бомжей больше под... Блять! Да вы будете в таз стучать, дебил, блять, или воевать нахер. Я с третьего раза вас победил. Ха-ха, с третьего, да. Мне в спину хуй ебет. Оп, оп. Блять. Дробовик, дробовик и отдыхаем. Дробовик и отдыхаем, все. Так, отдохнем. В рыбу заебись. Так, фонарь. Не фонарь, да, нам нужен не фонарь. Бля, иногда надо лучше патроны потратить, но выжить самому, потому что пиздец просто, что здесь творится, блядь? Вы сектанты вообще в луну въебались? А где кто? Фиг? А? Подожди! Все. Ну, кстати, он советы послушал и, кстати, зря. Ой, ой, блядь, сейчас будет сезон, я не туда попал. Ха-ха, я не туда попал. Может так? Или так? Или так? Вот так. Я это самое искал, нашел аптечку за ебенец. Бля, кого еще застрелить, чтоб... Они просто заебали это... Раз. 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 Раз, блядь. У них что, ебало чугунное? Как-то сильно они эти пули принимают. Подожди. В чем здесь прикол, нахуй? Почему я по тебе не попадаю, ты да? Надо присесть, да, с этого. С приседу сюда лучше стреляется. Так. Все это слышат? Ха-ха, все, сука. Если бы я знал бы всю эту хуйню, так это рельеф, квестность, нахуй, в принципе, я прилетел бы и всем раздал бы по первое число. А так я не знаю, куда вообще идти. Куда-то туда. А, вот, здесь показывают лестницу вниз. Вниз надо идти, и это путешествие надо идти вниз. Хм, да, сюда и пришел. Вот слушай, я вниз спускаюсь и все больше слышу этот звон. Это по тазу с ведра бьют. Или ведро, сука, не знает. Сектанты могут, они такие. Ну слушай, я уже в тупике. Я... А, нет, иду все правильно. Так, выключаем фонарик. Печь тоже вырубить, мало ли, что они всегда... Ух ты, ёбаный в рот. Неплохо, да. Точнее, плохо. Так, какая карта мне подскажет, куда идти, блядь? Я сюда прыгну, у меня сом или карп. Опять, блядь, не разберите. Так, дверь? Нет, не дверь. Ну, через нее не пройти не могу. Это просто ткань. Обычная ткань, а через нее не пройдешь.
Бля, завалить его ебало. А им похуй. Ладно, 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 хорошо. А, сюда? А я думал, здесь был. Да, все, иду сюда. А вот хуюшки, я отсюда, блядь, спустился, ну все, да, да, я знал, я всегда это знал, но... Засада? Засада, да, или засада нет? Походу, засада, да. Ах ты, сучёный. Добрались, значит, еретики проклятые. Катерину увели и до меня добрались. Ух ты, шустрый, Артём. Слушай, дед, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут, а так разнесут вас к хренам собачьим. А Катерина, пусть тебя больше не беспокоит, понял? Ну что, Катерину с пути истину разбили за того бога, сами прощали. Блядь, дать ему деревянную ложкой бы повысить. Она краска блестит, нахуй, просто нарывается. Да, здесь перестрелку не слышали, а дед, блядь, ой, сука, а дед, нахуй, знак туда, нахуй, все, все сразу выбежат. Это пиздец, хуйня. Стоп, и сам задели. Ну, что делать? Бля, попечили, хуйня. А, блядь, нихера себе тайминги нахер. Это наш поезд, что ли? Чувак, это где? Пиздец, как жалко этого напарника, я даже не запомнил, кто он. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. К сожалению, князю не суждено было их увидеть. Виновен ли я в его гибели? А в том, что произошло на мосту? Возможно. Но мы живем в жестоком мире, и не мне его переделывать. Нам всего лишь нужно было проехать. А в том, что жители моста захотели крови, моей вины нет. Их религиозный фанатизм неприятно напомнил мне метро, где людям также задурили голову нелепыми догмами. Мол, весь мир мертв и деваться некуда. Для тех, кто поумнее, придумали ложь про то, что война еще идет. А тут электричество — грех. Такая же нелепость. Да, полностью согласен. И, блядь, такая трогательная вот эта вот серия, блядь, жалко. Кого там сказать, князь? Блядь! Ну, сорян, просто его забыл, как его зовут, но его реально жалко в этой игре. Вроде бы как князь. Да, и все с этого, там, минуты молчания, там, ну, как-нибудь потом. И продолжим эту серию потом. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии. Что там еще? А, дизлайки. Ну, кому не нравится дизлайки, да. Здесь же у нас сторона свободная. Сейчас это самое показывал иронические кавычки. Ну, без вебки это не видно. Так что все, всем успеха, добра и процветания. До свидания.